Жители домов по улице Строительная обратились к своему депутату Павлу Русакову с просьбой о благоустройстве дворовых территорий. Большой проблемой у дома номер 25 является нехватка парковочных мест. По итогам голосования, проведенного среди жителей, было принято решение, что зону между домами приведут в порядок и сделают места для стоянки автомобилей. Ранее здесь были демонтированы старые гаражи. Сейчас мы вышли с сотрудником Дорсервиса, просчитываем, сколько нам нужно средств для того, чтобы демонтировать старые подосновы из-под этих гаражей, для того, чтобы понять, сколько нам нужно посадить кустарника будет, сколько газона, да, то есть будем ли мы здесь уклон делать или ярусы, потому что здесь очень специфический ландшафт. Между 17 и 19 домами по Строительной планируется сделать зеленую зону отдыха. Сейчас ведется создание проекта, который будет согласован с жителями. Кроме того, обсуждается возможность проведения благоустройства участка вдоль проезжей части. Устанавливаем бортовой камень, да, для того, чтобы автомобили не могли парковаться, да, на газоне. Да. Соответственно, готовим почву под газон и непосредственно проводим озеленение. Также к депутату со своей проблемой обратились жители 21-го дома. Они жалуются, что некоторые автомобилисты оставляют свои машины не на парковочных местах, а на дороге вдоль дома. Выходит, греет ее минут 15, наверное, да? Все это идет к нам в окна. Значит, на замечания хамят. Ему вот надо машину поставить. А то, что здесь люди живут, это никого не касается. Установка антипарковочных столбиков в данном случае невозможна, так как это помешает проезду спецтранспорта, службы МЧС и скорой помощи. Мы, в свою очередь, со своей стороны рекомендуем здесь нанести разметку, которая будет показывать о том, что это парковочная зона, а это проезд. Более детальная организация парковочного пространства в данном дворе будет прорабатываться отдельно. Дмитрий Книга, Константин Брылов, Ольга Садовская, Видное ТВ.